Что где? Сынок! О-о-о! Я тебя не увидела! Один лайк плюс одно уважение к маме. Поставь лайк прямо сейчас, если ты уважаешь маму. Всем привет, друзья! С вами игрок Адор, и мы продолжаем играть игру под названием «Мама». И сегодня у нас пятая концовка, пятый ролик. Это что, внучок? Ты что там делаешь? Я не внучок, ты что? Я ж твой сын! Боже мой, она уже путает меня. Ну ты чё? А, ты мой сынуля? Ну я забыла, извини. Да, я твой сынуля, блин. Совсем с дуба рухнула уже. Уже говорит внучок, она думает, что она бабка Гренни. Ну нет. Сегодня я постараюсь собрать все коробки, избежать от черной тени. Блин! Воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну чё, иди сюда, забирай шмотки. Зачем? Зачем собирать шмотки? Походу мы должны куда-то уехать. О май гад. Так, нам нужно еще 5 коробок. Но пока я нашел одну. Хорошо, ищем все коробки. Блин, мне писали комментарии. Продолжи играть в маму, сделай пятую концовку. Вот я решил зайти и сделать для вас пятую концовку. Но только она не будет непростая. Тихо. Ну чё, ты чё, иди сюда? Нет. Беги. Блин, у меня уже скорости нет. Походу, она поймает меня. До свидания, ребята, она меня поймает. Еще один вопрос. Что за этой дверью? Мне вот интересно узнать, но как узнать, я пока не знаю. Давайте возьмем ножик. Так, ищем коробки, ищем ключики. Ага, я вижу коробочку, супер. Забираем коробку, тут еще есть молоток. Хорошо. Где она? Блин, пока не видно ее. Ну, это супер. Вставляем эту штуку сюда. Давайте зайдем сюда быстренько, посмотрим код. Воу! Сынуля, я звонила директору, спросил... Блин! Ребята, есть теория одна. То, что мы играем за куклу, видите? У нас сверху там есть кукла нарисована. Но, это, наверное, фейковая теория. Сынок, ты что? Что я? Что я сделал опять? Что я сделал не так? Блин, она бегает за мной теперь всегда. Сынок, это, кажется, ты трошник, да? Нет! У меня нормальные оценки за четверть. Даже за год. Ага, конечно, звонила, я учил, где? Звонила, и что она сказала? Ну ты хоть ответь мне. Тихо, беги. Да она сказала, что ты был плохим учеником. В смысле, я был плохим учеником? Ну да, конечно. А, сынуля. Что где? Сынок. О, я тебя не увидела. Что? Что происходит? Это что такое? Май гад! Вы видели? Она меня не видела. Это что? Это к чему вообще? Это что за баг? Я баг нашел? Ну как я его использовал? Вот в чем проблема. 2, 4, 1, 3. Запомнили этот код? Да. Видите? Тут теперь ножик нарисован, но... Этот ножик не просто так, поэтому давайте соберем сейчас куклу и постараемся открыть подвал, взять куклу и обрезать ее. Сынок! Что такое? Поедешь к бабушке Гренни на лето? Нет, не поеду, не хочу я с ней быть. А что такое, сынуля? Ну нет, я не хочу быть с этой бабкой Гренни, она очень страшная. Бабушка, блин, зомби. Так, вставляем. Телефон зазвонил, давайте быстренько возьмем трубку. Так. Ну? Никого. Вы издеваетесь надо мной, что ли? Блин! Сынок, ты хотел себе планшет? Ну мы купим тебе планшет, подожди. Посмотрю твои оценки, скажу. Ой, сынуля! Блин, ну у меня там есть тройка одна. Они мне не купят планшет, походу. Я хотел себе планшет играть в игры. Hello. О, блин, нет, ладно. Мамка бешеная, психопатка, блин. Это не настоящая мамка. Сынуля, ты чё, иди сюда? Ну, сынок, а ты чё? Ну, чё я? Я-то ничего. Ну, иди сюда, я тебя накормлю. Нет, не надо меня кормить. Смотрите, хопа, хопа, ха-ха, не достанешь. Ла-ла-ла, тра-ла-ла. Пошла вон. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Блин, она тут. Так, у меня ключ от кладовки. Давайте-ка быстренько пойдем наверх. Давай. Открываем кладовую. Ключ.
Иди сюда. Нет! Как она поймала тут меня? Что за... Твою ж дивизию, это кто такой? Блин. Челик, сейчас я к тебе приду, подожди. Подожди, челик. Давайте сделаем так. Попробуем на него сейчас пойти, тупую. Вперед. Мамка, она идет. Вперед! Он ничего не значит. Самолет, это наш батя! Познакомься! Нет! О май гад! Это что все розовое такое, а? Ну, сынок, ты что? Нет, ты. Ты что за мной бегаешь? Это наш батя? Ты издеваешься? Блин, почему все розовое? Едрить. Я застрял! Я застрял! Не могу ходить! Ё-моё, блин, это было жестко. Ключ от щитка уже есть, блин. Все заново, ё-моё. Я уже показывал вам баг с молотком. Я думаю, вы видели. Кто еще не видел, можете посмотреть. То есть мы кидаем сюда молоточек и становимся вот так вот. И мы тут видим все полностью, всю карту. Ну, если вы не знали этот баг, попробуйте. Так, у нас тут мишка. И тут у нас ключ кладовки. Хорошо. Желтый ключ мы кинем сюда. Заберем молоток. Сынуля, какие у тебя оценки? Хорошие. Я примерный ученик в классе. Примерный ученик. Ой, ну да ладно, конечно. Ну да, ты что, не веришь, что ли? Мамочка. Блин, страшная пердунка. Нет, я не пердунка, никогда не пержу. Что, блин? Тихо, я успею? О! Ё-моё! Ты чё? Танцуем мы хоргос, ла-ла-ла-ла. Эй, Салона, ну выходи, мы уже собрали шмотки. Уезжаем на уикенд, будем отдыхать. На озеро поедем, уже там отдыхать, Салона, ну ты чё? Раз-раз-раз, это хоргос. Я спросил, кухайте газ. И на найке, пацаны, слушаем хоргос басы. Ну блин, у меня тынюха, кстати, да, поехали на море. Нет, не на море, на озеро. На море не поедем, ха-ха-ха. Ну я на море хочу. Ага, размечтался. Мы же тебя там утопим. Что? Ты чё, блин, бешеная? Блин, ау! Щет, смотрите. Этот баг дает нам все видеть. То есть, что за окнами? Вон я вижу мамку, видели? Она там была. Вот тогда. Блин, было бы круто пробраться вот за пределы карты, да? Но я пока не нашел никакого бага. Если вы знаете, как пробраться за пределы карты, пишите прямо в комментарии. У нас будет возможность пробраться за пределы этой карты. Блин! Мамочка, ты чё, блин? Беги! Опа! Садимся, давайте быстренько ее обманем. Возьмем вот это. Пойдем сюда. И поставим нашу коробочку. Мама, звонят! Подними трубку! Ладно, не хочет поднимать. Ой, ладно, я понял, почему не хочешь. Всё. Я понял. Прости. То, что тебя потревожил. Сынок, подними трубку! Нет, не надо меня трогать. Я подниму быстренько трубку. Поднял, и что? Блин, она тут! Кстати, есть теория о том, то, что тут есть кисточка, да? Но, когда мы преподносим кисточку сюда, тут выскакивает рука. То есть мы как-то можем рисовать. Но, походу, мы не видим, что мы рисуем. И, кстати, преподносим сюда. И мы можем взять, да, это? Ага. Ну вот, рисовать я не могу. Очень странно. На самом деле, походу, хотели сделать, чтобы мы могли рисовать. Так, мамочка, отстань. Давайте мы ее обманем. Сынок, иди сюда. Будем делать генералку. Какую генералку? Какую еще генералку? Ты что, издеваешься надо мной? У меня есть коробочка. Давайте четвертую коробку поставим. Бежим. Найс. Осталась последняя коробка. Где она? Вот она, коробочка. Как мне повезло. Она прям рядом, да? Ё-моё! Отстань от меня, мамка! Сынок, ты где? Я тут. Давай. Осталось забрать ключ. Желтый и все. Мы, в принципе, можем уходить отсюда. А ну-ка, давайте попробуем открыть это. Окей. О! Блин! Как она там оказалась?
Я хотел сделать концовку, но я не смог. Но вы меня просили эту игру, я сделал. И, наверное, монтаж тоже будет прикольный. Ну, поставьте лайк, посмотрите мои все видеоролики, которые сейчас выйдут. Все, всем удачи, набрать себе позицию. Всем пока!